Мур, привет, друзья! Что же, спустя столько времени и произошедших изменений, хочу продемонстрировать вам нового кусаку, на сей раз в урон. Обновленный кусака способен доставлять больше проблем сразу с начала игры, поскольку ракеты наносят нехилый урон, а у броска увеличили расстояние и накладываемый щит. Вообще, с механикой навыков можно ознакомиться в первом гайде, тут же сократим до тактики. Кусака в агрессию нуждается в некотором оригинальном выборе. Так, мы берем эмблему убийцы и вкидываем очки в скорость бега, проникновение и на выбор охотник за головами перк, если вы умеете делать ранние ганги, или усиление на 6% по соло цели, если играете осторожнее. Способность берем вспышку. Теперь пойдем от сборки к объяснениям. Взяв нож охотника или проигнорировав его, собираем сапоги-скороходы. Они дадут отличный эффект ускорения, совмещая ускорение от второго навыка. От такого кусаки сложно убежать, особенно если он со вспышкой. Далее собираем бесконечную битву. Ее регена маны хватит для навыков. Даст 10% КД навыков, вампиризм, скорость движения и опять же усилит наш удар с руки чистым уроном. К тому же, поскольку второй навык делится на две фазы, чистый урон мы можем нанести дважды. Активируем ускорение, наносим удар, кидаем, наносим удар. Далее клинок отчаяния, сильный рост урона. Хоть он и дорогой, но благодаря легкому старту кусака быстро фармится, и ранняя покупка клинка вполне оправдана. Далее идут предметы на ваш вкус и ситуацию на карте и в пике. Крылья королевы апокалипсиса можно взять как универсальный щит выживания. Щит Афины, который будет стакаться с нашим щитом от второго навыка. Кираса грубой силы даст и урон, и скорость бега. Эти три предмета ситуационные, а ключ к ситуациям – это ваша голова и ML-факты. Посмотрите, кстати, плейлист. Итак, базовая тактика. Для удачного начала нам нужен стартовый баф. Если вы уверены в своих силах, его можно попробовать отжать у противника. Благо, наш первый навык в равной степени атакует и крипов, и мобов. Поэтому, если вдруг запутаетесь в выборе цели, даже в этом случае есть шанс отжать баф. Для чего он нужен? Это КД навыков, скорость бега после повреждения навыком. Это поможет нам держаться близко к цели и постоянно наносить урон первым навыкам. По поводу бросков. Постоянно используйте второй навык. Это и ваше перемещение, и контроль. Кусака очень силен один на один. Если даже фарм между вами и чистым АДК одинаковый, вы, подбросив его на месте, отключаете на секунду, в то же время продолжая наносить урон. По большому счету, вам выбирать, куда бросить противника. На месте, к своим союзникам, чтобы его загрызли, или к его команде в надежде группового оглушения. В этом случае, после броска стоит применить еще и ульту. Как кусака выбирает, кого бросить? Пойдем от первой цели. Первым в полет отправится герой противника с наименьшим ХП. После противников летят союзные герои. Последними бросаются крипы. Отсутствие выбора поначалу дает осечки. Хотите добить противника и кинуть крипа, а тут подкатывает союзник, который успешно и летит в сторону противника, где под веселые шутки врага успешно умирает. Грамотно используйте эту очередность, и все будет в порядке, и союзники не будут покупать защиту от броска дружественного кусаки. Благодаря урону не упускайте возможность забрать черепаху. Это на самом деле большое подспорье в стартовом фарме. Комбинации. Тут не особо разгуляешься. Самая стандартная инициация. Первый навык, второй навык, ульта и бросок. Или первый навык, второй навык, скачок способностью, бросок, потом ульта. Таким образом можно выкидывать из-под башни неосторожного противника. Бой кусакой весьма скоротечен и подвижен, к нему нужна привычка, как к убийцам. В групповом бою в поздней игре вы не сможете играть роль танка, впрочем ранее она у кусаки тоже не очень получалась. Но догнать беглеца сквозь толпу и добить его – милое дело. Подкатывайте к замесу сзади или сбоку. Обязательно зацеливайте тонкого героя и закидывайте к своим союзникам. А вот кусак, который закидывает заряженного минотавра или хилоса к своим, таких надо гнать санными тряпками не только из боя, но и из города. Если что, это не призыв к насилию, а шутка.
По поводу зацеливания, выйдет в скором времени выпуск по настройкам, поскольку новичкам порой сложно разобраться, что и для чего. На этом, акусаки, все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока!